Доброго дня, всім вітаємо вас у залі інформаційного агентства «УНЯН». Вітаємо всіх тих, хто наживо дивиться нас на сайті «УНЯН». І розпочинаємо прес-конференцію на тему «Спроба захоплення української національної лотереї. Хто є рейдером?». На сьогоднішній момент відбувається зухвала спроба рейдерського захоплення української національної лотереї. І вже внесено зміни до єдиного держреєстру, згідно з яким у компанії з'явився новий власник і новий керівник. На даний момент на підприємстві введений режим посиленої охорони – готується звернення до Генеральної прокуратури та оскарження в апеляційному порядку. Із заявою з приводу останніх подій виступить адвокат, керівник судової практики Павленко Легал Груп Олена Перцова та прокоментує події генеральний директор підприємства «Українська національна лотерея» Андрій Бочковський. Я першу запрошую до слова пану Олену Перцову. На жаль, у наших учасників дуже обмежений час, тому таймінг прес-конференції 20 хвилин. Прошу, пані Олена. Да, спасибо. Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Елена Перцова, адвокат, руководитель судебной практики Павленко Legal Group. И сегодня совместно с Андреем Бочковским, генеральным директором Украинской национальной лотереи, мы вынуждены сделать заявление в связи с рейдерским захватом предприятия. 1 декабря 2015 года предприятие абсолютно случайно в открытом источнике, в едином реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей получило информацию о том, что якобы предприятие на основании судебного решения получило нового собственника. Естественно, мы провели юридическую работу и, опять-таки, в открытом источнике, в едином реестре судебных решений действительно нашли судебное решение Королевского районного суда города Житомира о том, что 100% нашего уставного капитала якобы истребовано в пользу некого гражданина Швейцарии. Необходимо отметить, что производство по данному делу было открыто 4 ноября, и уже 10 ноября, то есть всего лишь за несколько рабочих дней, предприятие с многомиллионным уставным капиталом было истребовано в пользу некого гражданина Швейцарии, который нам, как законным собственникам, абсолютно неизвестен. Более того, проведя определенную работу, ознакомившись с открытыми источниками, нам также стало известно, что 18 ноября этого года господин Питер Рудольф Штефи даже успел сменить руководителя и назначил двух лиц, которые на сегодняшний день обозначены в едином реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей, якобы как подписанты от имени предприятия. В связи с этой ситуацией мы вынуждены сегодня выйти с данным заявлением и в первую очередь подчеркнуть, что для нас эта ситуация являлась абсолютной неожиданностью. Естественно, к такому развитию событий готовы мы не были. Стороной по данному делу не являлись, в суд никогда не вызывались и, естественно, даже не уведомлялись о проведении подобного судебного заседания. Со своей стороны, наверное, прокомментирую, что подобного рода рейдерские захваты прекратились в Украине еще в середине 2000-х годов. Подобные вещи на сегодняшний день себе представить является практически невозможным. Если мы говорим о наличии каких-то корпоративных конфликтов, мы уже умеем в нашей стране разрешать их цивилизованным путем и не прибегать к тем методам, которыми пользовались рейдеры еще вот с 98-го где-то до середины 2000-х годов. Поэтому данное, скажем так, судебное решение мы оцениваем исключительно как инструмент рейдеров. Мы готовы говорить о том, что мы будем действовать исключительно в рамках правового поля и, естественно, будем отстаивать защиты настоящих собственников в законном порядке. Я думаю, что эту ситуацию также необходимо прокомментировать непосредственно Андрею Бочковскому. Это генеральный директор Украинской национальной лотереи, который является единственным законным руководителем этого предприятия еще с 2011 года. Андрей, может, добавите? Я являюсь генеральным директором очень давно, уже более 4 лет, с 2011 года. Раньше я работал юридическим советником этого предприятия, то есть всего в общем я работаю больше 10 лет. С предприятием хочу сказать, что такого гражданина Шетти я никогда не видел, не знаю. Про него узнал только что недавно, 2 дня назад, когда, ну как, неожиданно, да, проснулся, уже не являясь ни директором, распоряжаться предприятием не могу и так дальше. Все это осталось, мы так понимаем, это чисто рейдерский захват. Подготовка, наверное, по нашей информации уже была очень давно, события потом развивались очень быстро. Тобто, по информации, 3 октября дело поступило в суд Житомирской области. Почему Житомирской области?
понять сложно, потому что, во-первых, районный суд Житомирской области не принимает никаких корпоративных, не решает никаких корпоративных споров, никто в Житомирской области не прописан, не проживает ни существующих участников, ни с прошлых участников. И использовались поддельные документы, таких документов не существует и не существовало. 4 числа, через день, дело было порушено, проваджение, и 10 числа было вынесено решение, 1 числа ноября перерегистрированы изменения, 2 числа уже были какие-то действия, связанные с перешкоджанием деятельности предприятия. Хочу также сказать, что новые директора, которые в кавычках, которые не являются директорами, ну, опять же, неизвестно, кто они такие. Они не объявлялись, не появлялись, не приходили на предприятие. То есть была попытка рейдерского захвата. Хорошо, хоть мы вовремя про это узнали, и пока что рейдеры не объявляются. В связи с этим мы обращаемся к общественности, к правоохранительным органам, президенту, премьеру, все-таки разобраться, потому что предприятие самостоятельно не в силе противостоять масштабной и хорошо финансированной рейдерской атаке. Подготовили обращение к генеральному прокурору, министру внутренних дел. Вот эти обращения как бы у нас есть, могу показать, потом предоставить. Они подписаны сегодняшним собственником, реальным инвестором, который заплатил за эти деньги, инвестировал. Мы их уже направили официально и надеемся на официальное расследование, разобраться все-таки, что за люди стоят, кто это финансирует, какие поддельные документы используются, почему суд за 2 дня Житомирской области принимает решение. Отдельно можно остановиться на решении этого суда. Суд все-таки вызнал этого громадянина Шетти, собственников иностранной венгерской компании. То есть он сказал, что он является собственником иностранной венгерской компании. Так как иностранная венгерская компания когда-то раньше была собственником УНЕЛ, поэтому он как бы решил, что этот громадянин Шетти является собственником УНЕЛ и обязал всех перерегистрировать, вызнать право собственности, изменить директора. Все, собственником является никому неизвестный громадянин Шетти, не учитывая того, что компания УНЕЛ Холдинг, ну, она была предыдущим собственником, официально, законно продала, переоформила на сегодняшнего собственника. Позвольте, да. Еще добавлю, просто, наверное, объясню вкратце с юридической стороны. Тут необходимо подчеркнуть, что само по себе, как бы мы о таких случаях уже на самом деле забыли. То есть с конца 90-х годов, наверное, начала 2000-х, подобного рода рейдерских атак не было. Просто если эту ситуацию оценивать вот в сухом остатке, у нас, по сути, получается следующее. Районный суд города Житомира принял решение в пользу гражданина Швейцарии. Ответчиком по делу проходила венгерская компания, хотя на самом деле на сегодняшний день собственник является также нерезидентом Украины. То есть, по сути, у нас Королевский районный суд города Житомира — это международный арбитражный суд. Если кому-то интересно, обращайтесь. Видите, решения рассматривают в том числе и с иностранным элементом. Естественно, такие действия будут оценены отдельно. Мы действительно уже подписали заявление на имя генерального прокурора Украины. Очень жаль, что подобного рода вещи у нас на сегодняшний день продолжают происходить, невзирая на иллюстрационные проверки, невзирая на то, что общественность требует у нас очищения власти, в том числе в судейском корпусе. И на наш взгляд, несмотря на то, что в судейском корпусе есть очень достойные представители, и Фемида все-таки у нас предрасположена к гражданам, тем не менее находятся отдельно взятые судьи, которые, по сути, порочат достоинство суда и продолжают выносить подобного рода решения. У нас нет никаких сомнений в том, что данному решению будет дана отдельная оценка Генеральной прокуратуры Украины. Естественно, мы будем требовать возбуждения уголовного дела и привлечения этого судьи к уголовной ответственности. Если есть запитання, прошу микрофончик, хвилиночку, будь ласка. Дуже коротко. Здравствуйте, Наталья Заморская, канал «Украина». Скажите, пожалуйста, вчера заявили, что якобы Питер Шетти, он был инвестором и бенефициаром еще с конца 90-х годов, и он даже был внесен в единый реестр предпринимателей, и его якобы заменили в июне. Это соответствует действительности или нет? И каким образом вот там менялись так данные в этом госреестре, то есть до решения этого суда Королевского, вот в ноябре, да, в июне? Что произошло в июне? Почему там сменился собственник на Сергея Пиндыча? И кто такой Сергей Пиндыч вообще, да? Спасибо. Угу.
Ну, смотрите, Питер Шетти, как я уже сказал, я не знаю, кто такой. Я его никогда не встречал, не видел. Почему он появился в реестре, этого я вам тоже сейчас не отвечу. Это был какой-то казус. Реестр каждый день никто не проверяет. Он кто-то появился, опять же, кто-то его внес. Мы тоже с этим разбирались. На тот момент, в июне этого года, с прошлого года, с лета прошлого года, собственником был венгерская компания Unel Holding, где собственником единственным все время был громадянин Пиндич. Поэтому, когда я это узнал, мы, соответственно, подали необходимые документы и изменили. Почему он там появился, ну, я вам ответить не могу, это как бы из разряда вот сегодняшних событий. Появляется громадин Шетти и рассказывает что-то, что он является собственником. Хочу отметить, что громадин Шетти не показал ни одного документа, что он собственник, не показал ни одной, не знаю, платежки, что он кто-то с основником чего-то есть или еще что-то. Никаких документов у меня не было, я не видел. В сентябре на пресс-конференции вы представляли его как одного из инвесторов, потому что вот как раз была борьба против россиян у власти, россиян инвестиций. Кто представлял, извините? Компания Украинская национальная. Я тоже видел эту пресс-конференцию. Я на ней не участвовал, и вообще я не знал, что она готовится. Поэтому какие-то громадяне, как вчера, приехали и рассказали, что они собственники, и уехали. То есть ничего рассказать про этого гражданина и про пресс-конференцию прошлого года я не могу. Я не знаю, почему она проходила и кто ее организовал. Максим Сорокин, Вести. Подскажите, вы опять утверждаете, что вы не знали господина Шетти, но есть письмо, которое было отправлено вами на Министерство финансов, подписано лично вами, в копии с оригинала. И там указывается, что Петр Шетти является конечным бенефициаром. Также как он смог пропасть из реестра, если в мае 2015 года он еще был числился как бенефициар, а уже в июне не числился, числился Пиндич Сергей, который, по некоторой информации, являлся водителем, обычным рядовым водителем. Ну, я считаю, что это провокационные вопросы. На последний я уже ответил, гражданин Пиндич. По поводу писем... Он лично вам подписан. Кто сказал, что это я? Вот это я видел, в интернете ходят всякие письма. Я их, наверное, не подписывал. Я не могу сказать, потому что я не знаю, что у вас за письмо. Но вот такого рода письма, скорее всего, я не подписывал. Потому что я этого гражданина не знаю, вряд ли я мог такое подписывать. Еще есть питання по темі? Позвольте еще прокомментировать, коллеги. Давайте на самом деле говорить честно. Мы не первый год уже живем в этой стране. Мы очень хорошо понимаем, как в ней проводятся рейдерские захваты. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы провести в этой стране рейдерский захват, наверное, недостаточно прикрыться решением районного суда города Житомира, которое к нашей ситуации не имеет никакого отношения. Всегда любой корпоративной войне, конфликту назовем это, рейдерскому захвату, предшествует определенная пиар-подготовка. Наверное, неудивительно, что у нас в сети появляются ряд документов, каких-то громких заявлений определенных лиц, которые называют себя бенефициарами, собственниками, имеющими отношения, инвесторами и так далее. На сегодняшний день мы должны акцентировать внимание на том, что у нас, по сути, за 4 дня на основании решения Королевского суда районного суда города Житомира было украдено 100% части в уставном капитале предприятия, которое оценивает уставной капитал, которого превышает несколько сотен миллионов гривен. Неужели у кого-то есть сомнения в том, что за 6 дней без вызова сторон для рассмотрения дела можно принять это решение законным путем? Тогда, когда же при самых громких делах в Украине, а мы их все отслеживаем, естественно, даже тот же районный суд, допустим, почему-то по всем политикам у нас судебные заседания тянутся несколько месяцев. И очень странно представить, каким образом должны были быть уведомлены стороны, ответчики по делу о вызове в судебное заседание, когда они являются нерезидентами. Один нерезидент у нас находился по судебному решению, это ответчик, который на самом деле не является собственником на сегодняшний день в Венгрии. И второе лицо – это физическое лицо, которое в Житомире не проживает и никогда приписано не было. Поэтому акценты, скажем так, подчеркивания того, что
гражданин Питер Штеф являлся законным собственником, у него какие-то были вопросы, притязания в отношении части, они, наверное, и могли бы быть. Но рассматриваться они должны были быть, наверное, в хозяйственном суде города Киева, так как у нас еще действует исключительно территориальная подсудность, и корпоративные споры такого рода могут рассматриваться только в одном суде. Мы готовы рассмотреть эти заявления и притязания, но, к сожалению, на сегодняшний день в официальном порядке к нам никто не обращался. Что потеряет государство в случае этого рейдерского захвата? Какие налоги вы сейчас платите, да, и они попытаются захватить? Вот что потеряет? Это первый вопрос. И второй, почему два раза ваша национальная лотерея меняла материнскую компанию? То есть сначала на британскую, потом на венгерскую. Потому что утверждали вчера на пресс-конференции, что это было, чтобы замести следы и якобы перерегистрировать на нового владельца, которым является Сергей Пиндыч. Спасибо. Ну, я являюсь директором. Мне, наверное, сложно комментировать действия моих руководителей и собственников, но насколько мне это известно, то то долгое время была собственником одна компания. Потом в прошлом году была переоформлена собственность на УНЕЛ Холдинг. УНЕЛ Холдинг, венгерские инвесторы, ну и они как бы привлекают деньги с других стран, то есть на европейском рынке. Они хотели влаживать и развивать эту компанию. Но события прошлого года были не очень доброжелательны, начиная с декабря прошлого года, когда под видом борьбы с игральным бизнесом начали закрывать пункты лотерей и заканчивая событиями этого года, когда каждый месяц становится все тяжелее и тяжелее. В связи с этим они переоформили, продали, не продали, это как бы не ко мне. То есть появился новый инвестор, который сейчас оказался вот в той ситуации, которую вы сейчас видите. Что потеряет? Ну, вы знаете, чем мы занимаемся. Мы имеем деньги с розыгрышем денег игроков. То есть у нас призовой фонд, налоги. Налоги мы платим большие. Это миллионы гривен каждый месяц. Сколько, наверное, сложно сейчас сказать. Поэтому потеряют игроки и государство в целом. То есть вы как директор не знаете, сколько налогов платят? Хорошо, у нас вышлась одна форма. Ну, с цифрами, наверное, сейчас. Спокійніше. Давайте. Гра інтересів. Після санкцій РНБО Рада Нацбезпеки вилишилась єдиною компанією, яка займається лотерейною діяльністю України. Скажіть, будь ласка, що змінилося в вашій роботі після того, як заборонили роботу Патріоту і МСЛу? І як ви вважаєте, взагалі, чи виправдані санкції проти ваших конкурентів? Дякую. Я, наверное, не могу комментировать санкции против наших конкурентов. В нашей работе ничего не изменилось. Я не хочу сказать, что у нас что-то лучше стало, потому что, как вы знаете, наверное, МСЛ и Патриот продолжают работать. А доля продаж у вас выросла? Доля продаж у нас растет после того, как нас не трогают, потому что как у нас начинает расти, у нас появляются какие-то конфликты или с рейдерскими атаками, или с атаками МВД, как борьбы с игральным бизнесом. Если никто не будет трогать, продажи будут расти, начисления и инвестиции будут расти. Пирсовым сервисом связывают с женой господина Белоуса, бедного чиновника. Правда это или нет? Прокомментируйте. Смотрите, я не могу комментировать, я не знаю, честно говоря. Но я на большой процент уверен, что это неправда. Питання ще є. Колего, давайте, да. Просто говорят, что конфликт между вами и швейцарским инвестором возник из-за того, что вы предложили ему не оплатить налог. Ну, не вы лично, а компания предложила уклониться от уплаты налогов. Правда это или нет? Я думаю, что мы, исходя из предыдущего текста, мы на все эти вопросы ответили, потому что такого швейцарского инвестора я не знаю. Коллеги, еще есть по теме. У нас осталось буквально 2 минуточки. Прошу. Да, как компания сейчас выживает в умовах потрійного оподаткування, то есть платиться податок на прибуток, податок з акцій и військовий збір. И что вы очікуєте від Мінфіну? Що має зробити, щоб Мінфін запрацював нормально в плані оподаткування? Ну, это очень большая тема, это очень тяжело. То есть компания сейчас работает не в прибыль. Она работает, если не в убыток, то может ровно на уровне расходов. Жить при таких налогах нельзя, потому что 10% с оборота, он включает налогообложение как собственных денег, то есть мы еще платим налог не с наших денег. То есть у нас большая часть поступления – это деньги игроков, которые мы отдаем. То есть мы платим деньги, налог не с наших денег, а с денег игроков. Плюс игроки играть с таким налогом тоже не собираются, потому что игроки не могут платить с мелочей, с 5%.
5-80 гривен налоги. То есть они купили за 10 гривен билет, получают за 8 гривен выигрыш. Потому что для игроков это не выигрыш. Мелочь – это не выигрыш. Это то, что они как бы получают небольшую компенсацию за свои вложения. Налогооблагать по общим правилам, которые приняты в мире, надо крупные выигрыши, которые реально можно рассчитывать, что это как бы прибыль, человек выиграл, получил какой-то заработок. А мелкие выигрыши – это как бы для игроков это не выигрыш и не прибыль, поэтому играть с таким не хочешь. Плюс, учитывая, что в некоторых лотереях призовой фонд составляет 10%. То, исходя из этого, этот налог повышает его еще больше. То есть у игроков нет стимула играть, им лучше пойти играть в интернет, например. Там ничего платить не надо. Поэтому в таких условиях рынок лотереи развиваться не может. Підсумовуючи теми, пане Олено, ще раз, то з юридичної точки зору, на що сподівається зараз компанія? Тобто, чого вона вимагає, звертаючись до генпрокурора і до президента? Мы просим дать надлежащую оценку происходящему. Если будут установлены виновные лица, привлечь их к уголовной ответственности, потому что, на наш взгляд, нарушение здесь уголовного законодательства есть. Естественно, мы просим защитить иностранного инвестора и в целом создать такие условия для развития бизнеса, чтобы бизнес не боялся заходить в Украину и чувствовал в ней себя защищенным. І ну намагаєтесь отримати, я маю на увазі, відповідь на ваші звернення. Естественно, ми будемо чекати цього відповіді, теж сидіти сложа руки не будемо, будемо захищатися исключительно в рамках правового поля. Якщо у нас будуть новини, ми будемо сподіватися, що вони будуть положительні, ми ще дополнительно сообщимо. Можна ще підсумувати? Много питань було. Все-таки основна ціль була донести до власти, до общественности, что такая проблема огромнейшая существует. Мы просим правоохранительные органы надлежащим образом расследовать, установить, кто за этим стоит, какие документы поддельные были использованы. И на основании нашего примера можно показать пример защиты иностранных инвестиций, становление судебной и правоохранительной системы и публичного, открытого, достоверного расследования фактов. У мене скривати нічого, я готов сотрудничати з правоохоронними органами, з пресою. Дуже дякуємо, офіційна частина у нас завершена. Дякую, колеги, дякую, шановні учасники. Ну, маємо надію, що все буде добре.